Битва за столиком, две подруги, обсуждение, кому какие книги нравилось читать последние полгода, что модно в этом сезоне, кому как с парнем повезло, как босс все время стонет, не повышая заработную плату ни на йоту, как хочется машину новую, хотя бы Тойоту, как задолбали пешеходы, бегущие на красный, как чудно сидит белье атласное. Сколько калорий в завтраке было у той, что справа? Та, что левее считает, кухню Китая отравой. У мамы первой все отлично в бизнесе. Вторая недавно отдыхала в Вильнюсе. Уиллисом восторгались, минут 15 заказали еще капусты цветной с вареными яйцами. Кофе без сахара и без кофеина. Беглый взгляд на часы, уже половина. Была рада видеть тебя, дорогая, взаимно. Поймала такси, другой вроде недалеко дойдет. И кто теперь их разберет? Когда одна служит бухгалтером весьма затрапезной фирме и позволяет себе лишь кефир. На прокат у подруги взятые шмотки, деньги полгода копленные на эту встречу, репетируемые в голосе капризные нотки. А сама возвращается в общагу вечером, снимая макияж у потемневшего зеркала. Медленно хотелось быть той, что было создано уверенной рукой для хвастовства успехом. И что ей было тогда, в 17 лет помехой, быть чуть умнее, иметь чуть тверже хватку, не принимать приглашения. Домой охапками сидела, думала, что упустила, что не достала, не зная, что вторая еще больше набрехала. О женской дружбе давно сложены легенды, да. Иногда присутствуют спорные моменты, но для стервы нет ничего милее и приятнее, чем разглядеть у заклятой подруги на жизни